Вы в Сантьяго? Да, я паломник, иду в Сантьяго, вы правы. Тогда идем со мной. У нас в деревне паломников любят. Фестиваль «Другая анимация» открывает мультфильм «Апостол». Анимационный детектив в традициях загадочных историй Агаты Кристи, снят в 2007 году. В нем рассказана история беглых заключенных, которые ищут пропавший клад. Анимационный фильм уже признанный лауреат международных фестивалей во Франции, Португалии и Испании. Самарским зрителям он тоже пришелся по вкусу. Мультипликацию я люблю вообще с детства, а современную мультипликацию люблю еще больше, чем, наверное, любил в детстве. Она все-таки более философична. Фестиваль «Другая анимация» проходит в Самаре впервые. В программе 5 фильмов. Эти ленты рассчитаны на думающего зрителя, говорят организаторы. Кроме «Апостола», самарцы смогут увидеть «Персиполис», «Страх темноты», «Мэри» и «Макс». Работы интересные, и у как минимум пары мультфильмов, которые здесь мы будем показывать, они более-менее известные. У них есть своя плотная группа поклонников. Так что «Персиполис» и «Страхи темноты» прежде всего, да, потому что сейчас в моде комиксы. «Персиполис» – это экранизация комикс-романа, да, графического романа, а «Страхи темноты» – это такой интересный и, может быть, даже, можно сказать, уникальный проект, когда несколько знаменитых художников комиксов решили вот как бы проиллюстрировать понятие страха. Чтобы увидеть другую анимацию в Самаре, нужно поспешить. Фестиваль будет всего неделю. Марьяна Мирная, Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.